Всем привет-привет! Сегодняшнее видео в продолжение предыдущего видео о поливе фаленопсисов. Постараюсь быстро очень рассказать о том, как они выглядят у меня на сегодня. Сегодня среда, полив был в воскресенье. Вот этот фаленопсис такой, который я вам показывала, вот с цветоносом. Вот как в горшке. Вот видно, что горшок совершенно сухой. Пустой. Сверху, значит, мох еле-еле-еле ощутимо влажный, кора сухая, это сверху. А было оно и снизу, хотя сверху я все не проливаю, а поливаю снизу только, и оно все просто напитывается. Вот корни зеленые, кора видно, что она темноватая, значит, она влажная. Вот какая красота. Вот так выглядят политые растения на третий день, считайте, после полива. То есть никакой воды в горшке и никакой мокроты, ну, на дне горшка никакой воды и никакой мокроты в самом горшке. Сейчас покажу быстро следующие все растения. Так, вот следующий фаленопсис. Прям показываю в том же порядке, в каком я показывала их в предыдущем видео. Вот горшок, видно, что воды нет. Видно, что сухо. Корни зеленые, кора мокрая. Сверху посадка мокрая. Но это так, потому что горшочек полиэтиленовый, из него меньше испаряется влага. В нем нет дырочек сбоку, таких больших и в таком большом объеме, как в таких вот тех, которые я предыдущий показала горшочек. Вот этот фаленопсис. Так, следующий фаленопсис, который я показывала в поливе уже, который при вас, который поливала. Вот этот. Вот тоже можно видеть, что в горшке ничего нет. Горшок сухой. Сверху мох еле влажный. Еле-еле влажный. Кора сверху сухая. И внутри... Боже мой, сейчас покажу. Все падает. Пусть так достать. И вот как выглядят корни. Слегка зеленые, никакие не влажные. Не мокрые, чересчур имею в виду. Слегка зеленые, то есть не сильно они. Ну, видно, что они напились воды. И кора темная. Видно, что она темная. Тут видно, дырок по бокам нету, отверстий. Есть только одно отверстие вот снизу. Следующий фаленопсис, который я поливала, это вот этот раскоряка с этими корнями. Тоже вот, пожалуйста. Ну, тут осталось, видно, чуть-чуть водички. Вот, пожалуйста, вам. Чуть-чуть осталось водички. Слегка. Значит, орхидеи много, наверное, было. Мох сверху влажный, хорошо влажный. И кора очень мокрая. Внутри посадка. Так, чтобы быстро вам показать, не навредить растению. Вот растение. Внутри посадка мокрая, корни темно-зеленые напились. Видно. И в горшочке вот есть слегка, чуть-чуть водички. Вот есть, видно, наверное. И вот этот фаленопсис, который с деткой, вот с корнями, который верхними уже от детки, там идущими, там в той стороне, сейчас покажу. Вон белеется корешок, это идет корешок от детки. Ну, опять-таки, этот фаленопсис. Вот, видите? Совершенно пустое кашпо.
Ну, это грязь от дождевой воды. Я не сторонник, не фанат постоянного вымывания горшков. Так что не обессудьте. Как есть, так и есть, показываю. И вот посадка. Темная кора, темные корни. Темные, видите, которые были светло-серые, сейчас они темно-зеленые. Сверху кора, видно, что она влажноватая. И вот так до среды, то есть до среды, до утра, вся практически вода выпита. Всем спасибо за внимание. Кому было полезно видео, буду очень рада. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.